в порт. Торжество природы. Бескрайние песчаные пляжи под крутыми склонами Вайтакер послужили декорацией для знаменитого фильма. «Пианино» — это фильм Джейн Кэмпион о временах колонизации острова. Режиссер показала, что на свете гораздо больше миров, чем мы себе представляем. Она рассказала о судьбе женщины, которую отец продал за океан в Новую Зеландию. Эти пляжи стали не только сценической площадкой, но и местом гнездования австралийских птиц. Они прилетают сюда на лето, чтобы вывести птенцов, а зимой снова возвращаются в Австралию. Птицы с любопытством наблюдают за серферами, которых привлекают сюда волны Тасманского моря. Серфинг – еще один национальный спорт новозеландцев. Где-то на нейтральном поле, а никак не два матча. Один в Каталонии, другой в Аргентине, соответственно. Что касается Боки, то не лишним будет вспомнить, что предыдущий футбольный соответствовать какой-то одной общей идее. Я не ставил задачу зажарить кукурузу, а просто прогреваю ее, поэтому аккуратненько, просто немножко переворачиваю ее, меняю положение и все. Возьмем. Фактически вы просто отправляетесь в море, ловите хорошую волну и наслаждаетесь скоростью.